Он беременет потерять. А? Нет. Переводить некому? Как некому? Ваня есть. А где Ваня? Иван, за работу. За работу. Возьмите это ведро туда куда-нибудь, поставьте его пустой. Все зашли, заходим, заходим, все заходим. Толкование на евангельское чтение. А где? Что-то я не вижу. Да там он. В коридоре. Сергей. Царю небесный, утешителю души истины, и живи сей, и все исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всяких свины, и спаси, блаже души наша. Господи, благослови наше собрание. Прибудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас в любви друг к другу, согласии единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Толкование на сегодняшнее евангельское чтение. Евангелие от Луки. Восьмая глава. С 5 по 15 стихи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчи. Вышел сеятель сеять семя свое. А когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и взойдя принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил, кто имея уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя, не видят,
и слыша не разумеют. Толкование. Ныне сбылось то, что давно сказал Давид от лица Христова. Открою, сказал он, уста мои в притче. Псалом 77:2. Господь притчами говорил по многим целям, именно, чтобы слушателей сделать более внимательными и возбудить ум их к исследованию того, о чем говорится. Ибо мы, люди, обыкновенно более занимаемся прикровенными речами, а на ясные мало обращаем внимания. И чтобы недостойные не поняли того, что говорится таинственно, и по многим другим побуждениям говорит он притчами. Вышел сеятель, то есть Сын Божий. Вышел из недр Отца, из своей сокровенности и сделался видимым. Кто же вышел? Тот, кто всегда сеет. Ибо Сын Божий не перестает всегда сеять в наших душах. Он сеет в наших душах добрые семена не только тогда, когда учит, но и через мир сей, и через те явления, которые совершаются с нами и около нас. Он вышел не за тем, чтобы погубить земледельцев и выжить страну, но за тем только, чтобы сеять. Ибо земледелец часто выходит не за тем только, чтобы сеять, но и за другим. Он вышел сеять семя свое. Ибо слово учения у него было собственное, а не чужое. Пророки, например, что ни говорили, говорили не от себя, но от Духа. Почему и говорили они? Это говорит Господь. А Христос имел семя свое. Почему? Когда и учил, он не говорил, это говорит Господь, но я говорю вам. Когда он сеял, то есть учил, иное семя упало при дороге. Не сказал он, сеятель бросил, но оно упало, потому что сеятель сеет и учит, а слово падает в сердца слушателей. Они-то и оказываются или дорогой, или камнем, или тернием, или землей доброй. Когда ученики спросили о притче, Господь сказал им, вам дано знать тайны Царствия Божия, то есть вам, желающим научиться. Ибо всякий просящий получает. А прочим, недостойным таинства, они сообщаются прикровенно. И таковые кажутся видящими, но не видят, и слышащими, но не разумеют. И это для их же блага. Ибо Христос для того сокрылся и от них, чтобы они, познав таинство и презрев их, не подпали большему осуждению, так как знающий и пренебрегающий достоин тягчайшего наказания. Евангелие от Луки, 8 глава с 11 по 15 стихи. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути, то есть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии, то есть те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод терпением. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование. Три разряда людей, которые не спасаются по этой причине. К первому относятся те, которые подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не приняли учения, ибо как дорога утоптанная и избитая, не принимает семени, потому что она жестка, так и жестокосердые совершенно не принимают учения, потому что хотя и слушают, но без внимания. К другому относятся те, которые подобны семени, упавшему на камень, то есть, которые хотя и приняли учение, но потом,
по немощи человеческой оказались бессильными пред искушениями. Третий же разряд – это те, которые знают учение и, однако ж, подавляются заботами житейскими. Итак, три части погибающих, а одна – спасающихся. Таким образом, спасающихся мало, а погибающих очень много. Смотри, как он говорит относительно подавляемых заботами житейскими. Не сказал он, что они подавляются богатством, но заботами о богатстве. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедным. В терпении сказал ради тех, которые на камне. Они и принимают учение, но не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодными. Видишь ли, как он сказал о спасающихся? Хранят и приносят плод в терпении. И через эти три свойства отличил их от несодержащих, каковы те, которые при пути, от неприносящих плода, каковы те, которые в терниях, и от неприносящих нападающего на них искушения, каковы те, которые на камне. Господу нашему слава, во веки. Аминь. Да, мало. То есть много званых, но мало избранных. То есть зовет Господь всех. А избранных-то Он избирает, опять же. Так ну что тогда звать, если избирает Он, да, казалось бы? А потому что избрание, это зависит тоже от нас, так же, как сегодня мы слышали в проповеди. Да помолись о мне, а сам ты и забыл даже и молиться. Вот трудиться нужно самому, тогда и будет дело, тогда ты будешь избранным Богом. И будет тогда в душе прорастет семя, которое посеет Господь. Если будешь трудиться, когда ты удобришь свою землю слезами и молитвами. А молящих хотя бы поднимешь? Молящий Николай с Надеждой, по любому выболеют. Какой-то вирус у них привез, он, наверное, оба болеют. И Нафа заболела, нет ее. Ну а так, ну, все те же. Татьяна просит болиться, молиться. У нее колени очень болят. Помолитесь о маме моей, Валентине. У нее очень сильно бедро, она не может в церковь ходить. Бедро болит так. Сережа просила маме тоже помолиться, Валентина Репина. Но уже выздоровел. Спаси Христос. Ну, у нее другое, что-то заболело. Она. Не надо молиться о человеке, который не просит этого. У вас уже предупреждали. Зачем в болящих записывать человек, который не болеет? Кто? Вот и молится. Ну, выздоровел, молитесь, благодарите. Нет, опять дальше о болящем молиться. Зачем? Уже говорили об этом. На Тихонинскую карату. Так, а батюшке? Батюшка приехал. Находится в Потеряевке, помылся в баньке. Звонила ему, истопил баньку и помылся. Ну, будет у нас 4-го. Никита приехал, Устинов, Устинов с армии. Вернулся из армии. Да. Так что благодарите Господа, что батюшка вернулся, жив-здоров. Возбужал за год. Просили молиться о том, что он путешествующий, теперь молитесь, что Господь, за то, что Господь сохранил его в пути от всех опасностей. Пускай работает теперь, вам молиться надо. 4-го будет, батюшка, 4-го на службе здесь будет у нас. Что у нас с этим? А 3-го субботу? Баранину предлагает баранину, батюшка? Почем? Кто подойдите, запишите. 250. Кто будет убивает нас она всегда. Да. Ну вот как батюшка сказал, что в этот же день будет отчетное перевыборное собрание. Угу. Так что готовьтесь. Свои предложения, критику. Критику. Да. Ну, а существующего строя. Да. Товарищи. Да, сестры, вот стелили половики, уже в руках рассыпаются. Может, нам
по размеру сделать хотя бы перед алтарем, купить нормальный палас или покрытие. Цельный, какой-то, чтобы не было. Да, цельный, чтобы не запинаться без этих дорожек, всяких кусков. Ну, ну так-то да. Вообще грамотно сказала. Так это ужасно. Так-то грамотно сказала. Денег нет. Почему? И еще хотела попросить маме повторно разрезать, потому что у нее там все, непроходимость началась. Думал, и сейчас она вся в трубках, отовсюду трубки торчат, и даже из носа. В общем, она уже впала в уныние, жить не хочет, и очень ей плохо, и каждую минуту надо что-то. Она в очень тяжелом состоянии, в обращении. Господь обратил. Ну, понятно, Господи. Татьяна. Раби Татьяне. Еще у кого есть просьба, пожелание, благодарение Господу? Не до конца. Полезно на это наше. Игорь Тихонович. Постарайтесь, чтобы дети никогда не уходили. Это первое. Потому что их будет касаться. Да и остальные, вот я гляжу, тут сидели, уже где-то вышли. Надежда Васильевна, позови сюда там, чтобы она зашла. Она потребуется. Это как хронограф будет у нас. Я последний говорю. Отчет за неделю. Какие возникали вопросы и какие известия. Значит, собрание годовое. Марина? Я слышу. Все подготовить. Ага. Годовое, батюшка сказал. Да, есть. Молодец. Так, сэр. Кто знает, у Виктора Николаевича Савченко, как ребенка назвали? Алфей. Алфей. Вот я про это хотел сказать. Где у нас тут Мирон-то? Мирон, наверное, отдыхает. Вот видите, какие имена. Понятно, молодец. Вот я сейчас вам назову двух человек. Епископ Антоний. Кто его знает? Знали? Никто. Масенди здесь был. Дальше. Епископ Евтихий Курочкин. Кто знал? Ну. Все. А гражданские имена какие? Первый Иван Иванович, а второй Иван Тимофеевич. Два Вани. А как только там принимают монашество, так они Никодимы, они Петеримы. Алфей. Я это... А, вот их, эти имена-то вот как нам давали-то. Я просто напоминаю, это у меня дядя, отец Тихон, а брат Амос, другой Наум. Ну нет этих имен-то. Вот, у моей мамы, братья Макарий, Филарет, Эммануил, дедушка Илларионович. Вот понимаете, что потеряли? Я специально этой темой занялся. По православному самому полному календарю. Мужских имен, там колеблется новая канонизация, 750. В действии примерно 33. Вот я зашел, Алтайская правда, и у них, как заходишь только, вестибюль огромный, там вестибюль, там магазинчики маленькие, и погибшие на фронт ушедшие. Ушел Иван Никифорович. Ушел дальше кто? Василий Матвеевич. То есть видно, что родители называли по календарю. А уже эти Иваны-то они, а родители-то, когда крестили, еще советской власти не было. Вы смотрите в календарь. Вот нас называли, когда крестили, родители не спрашивали. На этот день три имени. Родители могли бы сказать, вот у меня там Евтихий был, Иннокентий, Игнатий. Никто не спрашивает. Тот, кто крестит. Ему это доверие. И он нарекает. Смотри, у меня младший брат Иоаким. Да где ты в классе Иоакима встретишь? Старший брат был Самуил. Ну так у вас имена-то еврейские. Я говорю, а у вас, ну у меня чисто русское. Какое? Иван. Так это Иоанна-то еврейское имя. Мария тоже еврейское имя. Как? Иван да Мария русские. А Богородица кто была? Ну кто, русская? Русская. Все тогда. Значит, вот пример. Посмотрите, как у нас, сколько даже потеряевки были. И здесь, Енафа, найдите такое имя. И Ефросинью еще где-то встретишь, там Бурлакову. Так, значит, подсказывать надо как-то. Алфей, представьте, Мирон. Я никогда в жизни не встретил ни разу ни Алфея, ни Мирона. А это теперь будет. Вот нынче крестили у нас, приехал он из мусульманской среды. Я сказал, батюшка, подошел, ну, назови его Езры, а в календаре нету его. Из Ветхого Завета это самый великий человек, за которым ни одного промаха не было. Единственный, самый высокий, самый высоконравственный.
Его нету. Почему? В списках святых нету. Почему? Монахи канонизировали. Я стал думать, а почему? Потому что он собрал книги Ветхого Завета. Мы ему благодарны по гроб. Дальше. Вывел народ израильский. Они с ними устроили развод всех, чтобы очистить нацию. Полукровок где-то. Отстроил стену, стены. Конца краю нету сколько. Езра, священник. Три книги его в Священном Писании. И его нет. Герасим один там был, Герасим. В списках он есть-то. У него только Лев один был, прихожанин. И тот закончил жизнь самоубийством. Когда он умер, Лев поднялся, ударился и умер. И он святых. А Герасим Петрович Павский, который главный переводчик Библии, синодальный. Вот ему псалтырь принадлежит, Матфея, там какие книги, не знаю. Его нигде нету. Понимаете, вот Андрей Кураев говорит, за 2000 лет ни одного мирянина не канонизировали, если только он не был казнен и не был князем. Просто жил хороший семьянин, работал там юристом, работал он в таможне где-то, пахарь был. Нету ни одного. Вот этот перекос по-человеческому был сделан. Вы все это учитываете, когда я сейчас коснусь этого. Самое большое событие за неделю, за прошедшую. Я задержу немного вас. Мы выехали 10 октября. 7 октября по Теряевке. Уже солнце к закату. Ко мне в гости пришла Серафима Гавриловна Плотникова. 92 года. Какая она бодрая, какой у нее светлый разум. И она стала говорить, что в воскресенье там ее сын с кем-то там что-то ездил. К неверующим она молится. Он теперь даже маленько вроде прислушивается. В храме ни разу не был. Но безотказный. Что бы он ни делал, обратись по какому делу, он... Я даже не знаю, сразу же идет. Так это батюшка говорит. И такой человек, и она просит молиться о нем. И тут она стала говорить, кто как будто бы попрепятствовал этому. И помянула там сестру Любу, что ездили, а я-то сижу записываю, она рядом. Я не слышу даже половину. Я вот так аппарат отношу подальше, вот. Она рядом сидит-то. Я записываю. Ну, у ней всегда касается молитвы. Ну, в Потеряевке не знаю, кто так к молитве привязан, как она. Мы с ней полностью сходимся здесь. Ну, я выставил, приехал. И вдруг кто-то там посмотрел, передали Любе, они назвали ее нехорошим словом. Я вообще не разговаривал, я говорю, даже там, вы сами-то посмотрите, ничего нету. Там такая была истерика по телефону, а там рядом сидят, которые не расположены, керосинят еще ее. Ну и успокойся, с угрозою. Я говорю, успокойся по телефону, я сейчас уберу. Я взял ролик, в течение 3 минут его не будет. Я его выключил, не выключил, а смел. Его нельзя восстановить даже. Дальше батюшка все это узнает. Ну что делать? Беснование, прям настоящее беснование. Я говорю, молиться. И мы усилили молитву и стали молиться. Как стали молиться, у ней сразу все отнялось, и она, и сон пропал у ней, и она плачет, еще не может сделать с собой. Почему? Потому что зашла слишком далеко. Через это то, что говорила Серафима Гавриловна, выявилось тяжелейшее состояние людей, которые участвовали, все до одного виновны, которые ее поддерживали, говорили. Нет духовного рождения и нет отвержения самого себя. И она говорит, ну я думал, утомлюсь, как беседую там с сестрой. Уже 3 часа ночи легла, нет, сна нету. И я поняла, мне ничего не сделать. Вчера открываю дверь, она перед дверями стоит. Молитва. Я говорю, ты поняла, что молюсь? Я сразу поняла, вы молитесь обо мне, все. У меня все потеряно. Что там я думала, там плохо. И плачет, стоит. И вчера я записал ее ролик, 2,5 часа. Он разбитый на 2 части, выставил ночью уже. Стоит, посмотрите. Она просит прощения, этот ролик тут поставить можно, и ничего нет. Помолиться прошу о ней. О ком? Любовь звать ее. Ну, Минаева можно. Минаева, Люба. Мы расстались очень по-хорошему, и помолились вместе, и она поехала, и видно, что сразу как будто другое государство попало, мир. Конечно, я очень крепко поговорил с ней. Дети неверующие, вы туда валите и валите, везете. Это, видишь, говорит, про любодея сообщаешься. Это не касается кого-то, и родных, и близких. Она совсем согласилась.
Я говорю, так теперь что, настаиваешь, что не ставить? Да нет, ставьте. То есть вернуть то. И оно будет возвращено. Вот это, что съемки идет, вы знаете, это такая лакмусовая бумажка. Поймали вора. Он 300 литров, кажется, слил. У Игоря. Поймали. Там был у нас человек, который там, где далеко разъезд, откуда... И он там машину в кусты и ночь всю караулил. И поймал сразу вора. Проходит какое-то время, еще трое убежали, там их сколько было. А одного все-таки захватили, каждый раз вызывали полицию. И каждый раз мы снимали. И каждый раз полиция, когда приезжает, а что вы снимаете? Не положено снимать. Я говорю, вы закон не знаете. Согласно 330-го параграфа, или как называется, статьи Уголовного кодекса, вас уже нужно привлекать, что вы запрещаете. У нас только 4 места, можно разбить даже 5, где запрещено. Вы тоже знаете, вам сгодится. Первое. Запрещается съемка, когда объявлено, что в Государственной Думе в Москве закрытое собрание. Ну, закрытое партийное собрание было. Там тоже посторонние не могли. Второе. Снимки делать военных кораблей, с военных кораблей иного государства. Ну, надо сначала туда, на тот корабль пойти, а потом этот фотографировать. Третье. Вся территория таможни. Это я убедился, действительно, там нельзя. Почему? Везде глазки. А там что-то у нас было, я везде раздаривал книги, чтобы пробить дорогу. Он говорит, везде смотрит, давай зайдем за угол здесь это. Везде смотрит. Я говорю, взяткой считается все, даже шапку сниму, отдам взятка, кроме книг. Тем более, если это автор. А если она бриллиантами вся украшена, таких нету, это выдумка. Запомните тоже. И дальше, 27-е Гражданского кодекса. Никто не может запрещать. Все остальное и на суде, когда суд, тут по разрешению судьи. И в Министерстве газовой промышленности и, кажется, электричества. Все. Вот, где ты не можешь снимать. У нас было, мы как-то ехали, нас остановила полиция, кажется, за рулем сидел брат Севастьян. Вот. И тоже, когда мы вышли, они перед нами остановили и за нами. Я говорю, если они сейчас будут сворачивать куда-то в лес, с ними не ехать. Ну, они заехали в ту местность, район куда, и милиции тогда тоже снимать нельзя. Я говорю, ошибаетесь, мы снимаем. А теперь заходим в помещение уже туда. Здесь нельзя, я говорю, здесь нельзя. Вы для себя знаете. Все процессы, которые были в интернете показаны с полицией, все до одного выиграны. Почему? Так против закона как идти? А он там останавливает незаконно, его снимают. Убери, не снимай камеру. Вы для себя это знаете. И вот когда мы снимали, полиция также. А люди дают ссылку, комментарии, говорят, интересно, преступник стоит не против, а эти против. У них что-то есть, а почему они, говорят, ни разговором, ничем не отличаются от преступника. Преступник это пасает, он продолжает дальше взятки брать. Люди-то понимают, если это честно, можно записывать. Я каждый раз спрашиваю, по интернету заходит, когда по скайпу, вы не против, что все выставляется в интернет, я не против, все, а я против. А почему два мужчины против? Все, разговор окончен. Я не понял ничего, а мне сразу же Сергей парализован. Вы ничего не догадались, это два гея, два садомита зашли к вам. Они не хотят, чтобы их снимали. Приехал начальник уголовного розыска, раза 4 он был по Теряевке. Каждый раз снимали. Первые два раза он спрашивал, а что снимаете? Наша история, наша территория. Все кончил. В прокуратуре Мамонтова было. Мы с, Игорь, я разговариваю, и тоже начальник... Ну, полковник зашел, это, как его сказать, прокурор района. Ни один, ни разу не сказал, не снимайте. Мы все снимали. Игорь Барабаш однажды не снял, гречки отдал. Это примерно, ну я не знаю сколько, но 1270. Мужик дал расписку, а потом судили сколько. Он отказался, говорит, да это расписка, просто подпись пробовал на бумаге, а потом подписали. А если бы снимали, все, разговора никакого нет. А съемка принимается свидетельством? Я спрошу юриста, принимается в натуре? Принимается. Принимается. Я знаю, когда судили. Если открыто сделано, принимается. А? Вот так. Если открыто сделано, принимается. А если открыто сделано? Ну, открыто, да, открыто. Как? Стоп. Погрузчик грузит гречку. А если тайно, не принимается? Значит, так. А Люби, просьба помолиться, она тоже просила. Вот как Господь делает. Господь, то, чтобы вот
за 150 километров человек приехал, плакал, и так, у меня впервые в жизни такое. Ну, это рядом, и то не выдавишь нигде-то. А Серафима пришла у нее, там на колени становилась и плакала, они примирились, и батюшка только, ну, сохранился хоть где-то этот ролик, я говорю, в архивах. Мне надо запрос сделать, я вернуть могу и выставить. И сегодня уже он у меня выставлен. Все. Называется Серафима Гавриловна, пришла уже к сумеркам ближе, и да благословит ее Господь. Ролик так называется. Никаких нету там провокационных таких слов. Я хотел сказать о крестном знамении. Иногда говорят, а почему вы так молитесь? Мы так молимся. С детства научены. Так крестился князь Владимир, Сергий Радонежский. Вот два перста. С них она пошло три перстя. А как правильно? Это троица означает пригнутые пальцы Бога человечества Христа. Старообрядцы так. И друг друга не признают. Я этой темой тоже занялся, увидел то и другое. Содержит в себе элемент ереси. На кресте умирал человек, человечество. Божество не подвластно страданиям, говорит Иоанн Златоуст. Значит, у нас свободно, так ты молишься или так. Ну а все-таки как правильно? Изображать страдания человека, это только у католиков. Пять ран Христу нанесли, руки, ноги и в бок. И они пятерней показывают крест. Так вы еще за католиков? Ну я объясняю просто. У них неукоризненно правильно. Пять. Ты, сшедший с неба, воплотившийся Девы Марии, нас, стоящих, погибших, перевел на правую сторону. Все объяснено. Понятно как? Все. Я не молюсь и не буду так молиться, потому что я непривычный. Я с детства знаю, перстя у нас было. Но вы для себя просто знаете. Вот я сегодня спрашиваю. Никакой обид, чтобы не было, что спрашиваю. А то дошли до того, что уже под язык ко мне залазят. Лена Сокольская где? Он отец, это отец. Он не знает, сколько. Он, я слышал, сказал, давно. Давно это больше месяца? Да, ну. Так, намного больше. Кто к ней ходил, кто звонил, кто узнавал? Это наша сестра. Вот такие мы... Звонили, нет, подождите, так, не торопитесь. Не торопитесь. Звонили, она сказала, я приду. Это было 2 недели назад. Что случилось, мы не знаем. Перед вашим приездом это было. Вот. Ну вот так. Значит, узнать надо. Вот сегодня я скажу, кто-то уехал, подошли. Вот сестра подошла, Надежда говорит, там у меня муж уехал, я и не знал. Ясно дело, он сразу лег сюда, и мы сразу молиться начинаем. Мы сразу начинаем, повторяю. Притом чудо являет Бог сразу. Вот представьте себе, из-за Уралья мы сели за стол, только сели там на кухне в лагере-то. Звонок. Вы меня знаете, я их имя там называю, то другое. Мы только раскрыли крышу, и такой дождь идет сейчас. Покрыть бы, чтобы Бог-то убрал дождь-то от него же. Ну, понимаешь? Ну, кому еще будут звонить-то? Как будто никого нету. Мы сразу же ложки положили и стали молиться. Маленько погодя она звонит. Чудо-то какое. Бог развел, как окно над нами. Окно над нами, говорит, чистое небо, и вокруг дождь идет. Так это было, приезжали, когда на крещение у нас. Это Сартисон Валентина с сестрой Тамарой. Точно так же. Господь развеял, все, дождь, видно, идет. Да холодно. Покрестил он не во время крещения, когда приехали они там. Значит, вы надеетесь на Бога. Молитесь. Такие сведения поступают, что молимся. Я даже говорить боюсь. Мы ни при чем здесь, и молитва ничего не значит. Все, Бог благодатью своей это делает. Вот людей нету. Ну и что? Вы не думайте. Апостол Павел говорит, не оставляйте собрание у вашего, как есть у некоторых обычай. Это в обычай входит. А как этих тогда людей привлечь, чтобы они узнали, что они делают? Пока не надо ничего делать. Узнать надо. Если они без причины не были в храме, вы даже не знаете, как Златоуст их называют. Хамы. Хам отличался от братьев Сима и Афета тем, что не прикрыл отца наготу его. И он хам. А эти люди, говорят, раскрывают, раздевают церковь. Мать, листики это мы. Мы показываем, что она полная. А их нету. Это хамье. Вот и все. Хам в Царстве Божьем не будет. А может и спаси себе церкви. Ну, понятно. Из того, чтобы с корабля спрыгнуть и спастись, я пока один случай только знаю. Какой?
Ну, тут про него можете прочитать. Он пловец с мировым именем. И когда мимо проезжали, там далеко, он прыгнул. А его течение ему несло дальше. Ночью прыгнул, как он под винт не попал, и все это. И он на третьи сутки только до берега достиг. А потом дальше, дальше, в Израиле он был, и он работал все со сетями. В Канаде, в Канаду. Да. И он там в сетях запутался и погиб. Ну, так пишут. Ну, да, да. А тут его уже приговорили к тюрьме. Он ничего не сделал другого-то. Прыгнуть в море. А он поехал на туристическом корабле, он понял, его нигде не выпускают. Не выпускной. И учился он еще, ну, по-моему, в морском каком-то институте таком, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Ну, просто можете посмотреть. Фильм поставленный. Так. Хамьев много. И при том ничего не объясняют. У нас правила там висят. И написано, каноническое правило соборов. И 2-3. Воскресенье. О субботе не сказано. Оно должно не суббота быть. Это уже воскресное богослужение. Презревший. То есть причины нет. Презревший. Отлучается. Отлучается от церкви. Он вместе будет стоять соглашенными. Где это соблюдается сегодня? По моему рассуждению, нигде и ни у кого. Мы первое время пытались это делать, у нас ничего не получилось. Как? Сразу стали обвинять. Да человек вот потому не был, писали объяснительно, у нас объяснительно сохранились. Да вот я проспал. Другой раз что? Будильник не за... Ну, правильно, другой. На работе был, ну, другое дело на работе. Ну, проспал-то раз, два, три, тогда вообще веры твоей никакой нету. Но если на поезде ехать, ты проспишь или нет, когда билет уже куплен-то? Ты в аэропорту или самолет тебе дают полететь? Я спрашиваю, на этой неделе примерно... Я не вижу Надежды Васильевны где она. Она ушла к себе. Ушла, вот что-то почему. Кажется, она прошла. Ну-ка, давай сюда. Я вопрос сейчас всем задам. На этой неделе кто благовествовал неверующим? Кто благовествовал неверующим за неделю? Вот поднимает руку сестра Елена, еще кто? Вы не знаете, кто у нас благовестник здесь? Я попрошу его на руки поднять сейчас. Гликерию, подними, покажи ее всем. Виктор, перед тобой сидит она. А где она? Нет. Ну-ка давай сюда. Надежда Васильевна, чтобы она сказала, как она своим там родителям, неверующим, как она благовествует. Это даже нельзя. У нее в совокупности и рай, и ад, она все сказала им. А Надежда Васильевна говорила, будут на тебя сильно, Аня. Ты не разговаривай, остань. Вот она. Вот она, наша красавица. На газету поставьте. И главное, сегодня, вот, которые поют песнопения, она везде шевелит губами, поет. А обстановка, Надежда Васильевна, что она, как там свидетельствовала родителям? Она говорит, мама, ты почему не веришь до сих пор, не молишься Богу? Ведь ты же будешь в огне вечном гореть. А Володя, когда за ослушание щелкнул ее, она говорит, Иисус Христос на кресте висел, кровь проливал. И никого не бил. Она вот так руками голосом. А ты за что меня бьешь? Зачем ты меня бьешь-то? Христос же никого не бил. И ты не бей меня. Понятно. Обстановка супер ненормальная для ребенка, где не верят и молиться даже не одобряется. Вот вы возьмите это в пример. И Гликерию запишите себе. Может, действительно здесь будет чудо Божие. Вот именно. Сладкое. Так. Я сейчас сделаю одно расследование. Двух человек попрошу встать. Василия Николаевича. Галина Николаевна. Вот смотрите внимательно. Вот эти книги лежат. Вы не протестуете, что я хозяином? Нет, конечно. Так. И над ними я не... Здесь не командую летом. Галина Николаевна поставлена. Вы знаете ее? Да. Знаем. Мы знаем, что она так, поставлена старше. На этой неделе мы ездили к Василию Николаевичу Черепанову на дом. Печь у него не топится. Чистили, а печь сделана абсолютно неправильно. И, а раз неправильно, значит, ну, самодельное взрывное устройство. Даже лучший спец не знал, что сделать. Майор.
и подорвался в Москве. Лучший специалист. Он, его учили, этого нет нигде. И здесь печь, ни одной продушины нету, ни одной прочистки. Бились, и мы сколько разбили, 5 мест, и все очень удачно. Я ходил, ворожил вокруг, там чертил, куда дым идти, и запутался, не знаю, куда. Надо 25 сантиметров, тут 50. Духовка внизу, она под... Вот там, вот на этом месте духовка. Ну, он знает, как это. Сажи там сколько. Я затопили, и все это засняли, и все это поставили в интернет. Почистили. Почистили. Да. Так, Василий, говорю? Да. Так, вот, интересно дальше. Смотреть. Вот дальше. Смотри. На столе лежат книги, которые лежали у него там. 7 штук. Это что, к истинному православию 7 экземпляров. Новый Завет. Трехтомник. 8 к истинному православию. Жития святых, это симфония. Стихи. Для Слова Божия не относится, несколько томов книг. Ну, а ты как книги брал? Я покупал. Да. Продает только один человек. Спрашиваю, она говорит, никогда не покупал. Что ты ответишь на это? Почему? Я выкупил. Ну она, у кого выкупила? Кто? Ну я так бы как взял. Ну я нет, ну как, подошел да взял. Да. Я же тебя не обвиняю. Да, зачем? Она... Ну продавец говорит, я не продавала. Сдавали, а больше нигде один магазин. Игнатий Тихонович, сдавали деньги на книги. Так. И набирали на эту сумму. Вы никогда разрешили? Этого не было. Было. Не придумывайте. На ходу не придумывайте. Вы сами это сказали. Это ваши слова. Я хочу узнать, когда, в какой... Вы сказали, вот насколько вы сдали, настолько... И он взял какую-то часть этих... Он не на все взял. Я не знаю. И это было все... Отдавал ли деньги? Игнатьевич, лет 7 назад уже было. Михаил Степанович, скажите, что он отдавал. Кто-то должен узнать. Я должен узнать. Для меня такая... Михаил Степанович говорит вам. Неожиданность, давай. Он 50 или 60 тысяч отдал. В то время, когда мы собирали деньги, он больше всех отдал. Он 85 тысяч было там с половиной. Он отдал деньги. И потом, когда Игнатий Тихонович сказал, говорит, кто сдавал деньги, на эту сумму набирайте. Но он часть набрал, только мало он взял. Он всю часть не взял. Да нет, нет, он все не брал. Он взял где-то тысяч, может, на 30 взял, может, больше не взял. Я прихожу, спрашиваю сегодня, как. Я купил. Понимаете, купил. Ни о каких деньгах речи он не ведет. Я должен спросить, как так? Книги лежали. Год назад мы были там, и они там в пыли. А что, я вот хотел туда-то, там кому-то дать. Через год приходим опять там. Нужны они тебе? Нет, я принес, на столе лежат. Вот кто желает взять, только сегодня. Завтра я эти книги уже отсылаю. Я желаю взять. Вы не забывайте, что... Не забывайте, что... Это их книги. 70% книг у меня отдано только в библиотеке. Процентов. Кстати, не просто взять, а нужно деньги тогда ему дать, если... Он говорит, не надо, не нужны, с такой стати. Они лежат, не нужны, пылятся. Ты отдаешь? Отдаешь, ну тогда бери. Так, вопросов нет никаких. Я ему сказал, книги твои будем, которые у тебя раздавать, я поставлю на стол и скажу, что это Василий Николаевич, чтобы за него помолились. Вот к чему я все это сказал. Поняли? Нет, тихо, прекратить. Михаил может, только сегодня. У Михаила еще книги мои. Еще у Михаила его книги. Ну, значит, не, чтобы у вас не лежали. Там, вот у меня легаты. Стихи кончились, их брать нельзя отсюда, никому нельзя. Они лежат просто, чтобы полный комплект был. У него лежит там симфонийные неканонические книги. Когда он и Библию-то не знает, когда читал, она ему вообще не нужна. Он не читает. Симфония на житие тоже, но, то есть книги нечитаемые. Вот так вот, вы имеете в виду. Вот на столе лежат. Если останутся сегодня, эти книги будут посланы тоже бесплатно. Уже не осталось. В другое место. Потому что летом мне много звонили, но сейчас начинают только люди находить. Не забудьте, чтобы забрали, на столе не было. Все, садись. Благодарю. Трехтомник. Трехтомник, дайте. Неправильные его сведения были, я купил, кому отдал деньги, не знаю. Сережа, отдай. Сережа просит трехтомник. Так. Сережа достоин трехтомник. Все разобрали. Так, минутки. Игнатий Ильич, все, нету книг. Ну, слава Богу. Значит, вопрос, правильно или нет, ты слышал или нет, стали арестовывать врачей за мошенничество. 363, начальник отделения и другие по всей стране сейчас идет. Бурно объясняется это дело. Выдуманные лекарства там выпускали, другие. То есть доход был там чуть ли не за 100 с лишним миллиардов. Доход.
арестовывать сейчас, и там будут узнавать, все концы искать. Люди жалуются. Пользы, конечно, никакой, но не отравили никого. Там мука с звездкой или чем-то там, я один раз прочитал, пустое все. Так это или не так? Не знаю, Никитич. А вот особенно знаю, суставы. Что, я только знаю, что раскручивается повторно дело врачей. Вот, 363. Так оно, не так, это не знаю я, но то, что есть, однозначно, есть такой сайт «Доктор на работе», где это профессиональный сайт, где только участвуют врачи. И там документально доказывается, что фабрикуется органами, следственными органами дело против врачей. Фабрикуется просто. А искусственно, да? Да. Виктор Андреевич, я не пророк, но я вам скажу, чем это закончится. Все они, как сказал Путин, сдохнут просто и все, рядом с врачами с этим. И все, и больше никого не будет. Но кто там фабрикует? Уже, сдохнут уже, они уже все. Уже сейчас некому, в принципе, работать в медицине. И все это хуже идет от того, что, во-первых, в институтах, в университетах обучение идет как попало. Программы какие ужасные. Это специально просто делается таким образом. Потому что раньше, если мы изучали всю анатомию на конкретно, препарировали, изучали, а это сейчас все на малежах, на картинках. В интернете. Поэтому уже с одной стороны обучение идет плохое, поэтому качество, конечно, выпускников очень низкое. Если раньше выпускники Алтайского государственного медицинского института славились не только у нас в Союзе, но и за рубежом, то сейчас нету ничего такого. Практически нет, да. Уровень очень низкий. С одной стороны, а с другой стороны, те врачи, которые работают нормально, их просто подставляют и фабрикуют дела. Убирайте. Там называются какие именно специальности, в основном от коленно-суставной, вот это вот что-то с этим связано. И, терапевты или кардиологи, я даже не стал. Думаю, я спрошу сначала. И поминается там Барнаул, к слову сказать. Везде. Ну потому что у нас это центр ортопедии. Он говорит, таблетки фабрикованы. Ну, ладно. Таблетки. Ну это фармацея. Это на БАДах на этих. Фармацея это отдельная статья. Это не столько врачей, как таковые. Врачи просто назначают, а уж что получают они в аптеках, это другое дело. И именно речь идет о тех, которые торговали вот на этом. Лекарства людям. Там, они называют там 600-700-700 рублей, там какой-то чуть-чуть порошок. И главное, пользы, ну, люди свидетели идут, никакой нет. И лекарства эти, которые продают, сейчас запрещают, изымают, проверили, ничего там нету. То есть совершенно к болезни не относятся. Ну, почему не обмануть-то, если деньги дают? А кто знает, верить? Если Бога нет, то все можно. Ну да. Так что я к тому говорю, что лишний раз не лезть и покупать, когда можно без этого обойтись. Большинство болезней, насколько это верно, говорят от нервных переживаний. Поменьше злиться надо. Да. Поменьше друг за другом подсматривать. И нам будет лучше. Теперь. Два фильма появились новые, попутно скажу. Один называется «Иона». Похоже, свидетели Иеговы поставили. Непрерывно там слово «Иегова» звучит. Посмотрите. И буря, и как тонет, он и как идет. В Ниневе проповедует, и видно, специалисты ставили. И православный фильм поставили, называется «Герасим». Тоже посмотрели. Православный. Никто не обратится никогда от него. Обязательно уголовник какой-то, храм построил. Все так и есть, система. Ну, какой-то, да, семинарист написал, как вот «Остров». Семинарист написал режиссуру-то. Ну а дальше Петр Мамонов, и когда начали вокруг, он говорит, кинцо, не кино, даже не кинцо, как Шане теперь вот поднимают, ничего там нету. Он сам главный герой и говорит это. Нам нужно думать о том, учить китайский язык. Мой сын будет работать на китайских переработках у нас здесь. Это Петр Мамонов говорит. Ох, и сказочники. Вот несколько еще просьб помолиться. Виталий Калиников, вы знаете? Он задолжал алименты больше 300 тысяч. И речь идет, здесь он сказали, звонил, сказали, можно поработать здесь, получить деньги, он получил, потеряет, а теперь, говорит, как будто не работал по новой. Он говорит, а почему же, я же с вами звонил, разговаривал, ну, так. И вдруг, ну, наши сведения, мы выставляем ролики, а их смотрят далеко, очень далеко, я даже не предполагал так. И притом друзья наши там, и католическая семья в Испании. Но они настолько католические, что проще назвать православные. Угу.
И они везде помогают. Вот нынче приезжала сюда с Украины христианка Марина с дочкой Полиной. Она взяла расход, сразу на себя выслала. Нам нужно покупать там, ну, кухонный, там, чтобы было-то. Она тоже выслала деньги, но мы брали, все сняли и показали. Теперь, вот интересно, как это, откуда вы это знаете? Я не знаю. И вот, когда мы оттуда возвращались, возил Сергей Павлович, и здесь речь зашла о том, чтобы сделать онлайн наши занятия, прям сразу, чтобы шли в эфир, сразу, как на костре делали. Я говорю, нет, у меня нельзя. Нельзя. Доказательство я дал слабое, что слабый компьютер. И сразу же такие очень знатные люди сказали, как вы могли определить, это действительно так. Это очень опасно. Потому что если они что-то там в Ютубе запрещают, то ролик, который сразу составляется, его нельзя сказать. Они могут прямо во время этого одно предупреждение, два и вообще ликвидируют. Поэтому надо или с другого места, чтобы делали, или параллельный мне канал сделать маленький и с него это выставлять. Но когда наш сайт открывали в 2009 году, это первое у нас, а уже в 2002 YouTube открыли, через 3 года только. Так вот, там я в первой же строке написал, кто может помочь открыть параллельно наши в Южной Америке, в Таиланде, в Австралии, там в Швеции, я разбросал так. А сейчас об этом идут, они узнали, мои это, что написал, не знают, а сами. Ее звать Ирма. Муж как-то, я один раз так услышал, как. И она тут же высылает 1000 евро, это по-нашему 70 тысяч рублей, чтобы сделать копию, пройти через ФСБ, КГБ, это большая запись где-то, ну у нас-то ничего там нету, антигосударственным. И там готовые уже снято, и там сразу образуют другой канал. Люди, которые не рядом, и они пригласили Виталия туда. Но у него алименты, и поэтому его не пропустят. Ему теперь надо с женой договориться, а он ее там прелюбодейка, то другое, там везде прелюбодействует, она там вышла замуж. -то. Я говорю, а ты-то как ребенка-то зачал? Венчанный был? Нет, ну ты блудник, ну то, ну, статус твой почти рядом стоит, там прелюбодейство более судится. Ты-то как можешь говорить? А я буду давать, а там сыну Кости меньше попадет. И... Но тут он получил такой запас, и сейчас звонит и говорит, все мне на пользу пошло. И сейчас он оформляется выехать. Я говорю, ты с женой установи добрые отношения. И скажи, ты никогда денег с меня не получишь. Помните Жилин и Костылин, когда сидели? Жилин говорит, если убьете, рубля вам не будет. А Костылин лежал, гнил, а то все равно убежал. Это кавказский пленник. Лев Николаевич Толстой пишет. Я говорю, так скажи, если я буду здесь, ты от меня рубля не получишь. А если я пойду туда, 5000 евро за 2 года, это вполне нормальная сумма. Конечно. А то ты ей отдашь, да и себе еще 50 останется. Ну, 7,5, 35. Значит, он просил помолиться. Виталий, тот человек, который был здесь, первый раз я его просто выгнал. Выгнал, немедленно выехать вечером. Так, слышите? И он нигде ни разу не выступил против, а говорил, да, я заслужил, я так вел себя. И нынче опять летом приезжал. И он помогает даже в интернете. Вот я сравниваю там Роман везде, чтобы искивать там это всякие против меня идет. Никита уехал, там молчит. Вот. А этот как раз помогает. А Никите тоже помолитесь. Я о Романе молюсь, чтобы дух лжи из него Бог изгнал, что земля круглая, а глобус. Ну и проще такое. А тут все остальное, которых он, там динозавры живут под землей, там и, ну и проще такое. То есть 3 человека в равных шансах были, но все по-разному ведут себя. Видите, все это от нас зависит. Я, кажется, один и тот же был человек рядом с ними. Вот такое. Я новости какие узнаю. В Ютубе. Да почему? Я выставляю есть похороны. Похороны Жолнирова Виктора Матвеевича. Отниму. Слово похороны, сама видно, система вычислила и сделали с ограниченным смотреть, чтобы люди не знали про похороны. Я никогда не знал. Смотреть можно, но только ограниченное. А в другом месте, если ты там курицу режешь или там быка, и видно, что кровь идет, могут тебе сделать предупреждение 2 и вообще ликвидируют тебя. То есть я узнаю постепенно только где-то. Почему? Потому что я дважды натолкнулся на это. Тут они показали с ограниченной, ну и ладно. А показал, как бычка колят там это вообще запрет, чтобы люди не видели.
А протопоп Авакум говорит, я поверил истинно тогда, когда увидел, как у соседа 5 лет было, сдохла корова. А чтобы о смерти не говорить, это житие Варлама и Асафа. У индийского царя родился сын, коротко сказать. И сказали, у него слабые глаза, чтобы никого не видел, и дурные известия не были. Ну, он там сделал подземное, там освещается, все. И молодые, как только начинают стареть, от него убирают. Заболел, закашлял кто-нибудь там. Он не знал даже. И вот, наконец-то, врачи осмотрели, а он уже юноша вырастет. 18 лет подземелье, считай, был. Ну, в подземном метро. И вот, ну, они всю дорогу расчистили. Вот когда едут там, вот говорят, Путин едет, на машинах ничего нигде нету. А все вычистили. Ни на улице ни одного человека нету. И на городце, когда его идет. Я сколько раз смотрел, ни одного человека на улицах Москвы нету. Ну не может быть, что Москва опустела, как я легенда там, когда... Это в Кремле он же был. А? Это на территории Кремля было все. Инаугурация на территории... Да, он прям был на территории Кремля. Прям из кабинета вышел, сел в машину, это было на территории Кремля. Это Кремль, внутри да. Кремля. Пишут не только. Обычно, когда они едут правители, дорогу расчищают там... Не, ну, когда по городу едет, то стоят зрители-то, стоят. В Брежнев, когда стрелял-то один, там, милиционер-то. Ну, конечно. Да нет, тому что? Говорю, что себя не убережешь. Это первое. Но если они уже едут, то надо как-то определяться, молиться. Кто едет? И чтобы Господь сохранил. И мы каждый день молимся, чтобы Господь сохранил наших правителей от покушения. В молитву включите вот это слово хотя бы, что вы знаете, что убивают, и знаете, стреляют, знаете, взрывают, чтобы этого не было. Лучше вот это правитель сменит, лучше-то ничего не будет. Мы, по крайней мере, можем собираться сегодня. Сегодня. Дальше. У нас идут обучения, занятия по скайпу. Среда, пятница, воскресенье в 6 вечера. Запомните, по-местному, в 6 вечера. Сергею Павловичу. Вот, к нему обратитесь. Оказывается, Виктор Николаевич Савченко образовал из Франции точно такие же занятия, точно так же по блаженному Петрилакту. Но в четверг и воскресенье на 2 часа позже. То есть, можно на нашем побытии на нем, я уже был там у него. Ну, скромно, все, там поменьше людей. Значит, помолиться надо. Это наш брат. И ведет занятия. В конце песнопения. А в конце песнопения еще он там поет. Какие-то песнопения, я, может быть, и не знаю. Вы кто знаете слово Томас? Внимание. Томас, что такое? Фома. А? Фома. Четверг, воскресенье. Томас. Фома, говорит Игорь. Сегодня Томасом везде, в интернете. Что означает Томас? Это Томас, возвышенное послание патриархии. Томас. А дословно с греческого кусок. И вот сейчас они там обмениваются самыми возвышенными посланиями, и неизвестно, как еще дальше. Как она это посмотрит Афон, и русским там монастырь это теперь полное звание Филарета показывает, которое он из земли киевской и русской патриарх. И у него звание как наполовину папы римского захватывает. И он Авва, Киево-Печерской лавры, там и еще что-то такое. Это все не евангельское. Поздравляем его. Вот они святейшие. А назвать, вот вы собрались сейчас, кто святой? Ну, сам о себе не можешь, но о другом тот. У нас здесь святые есть или нет? Есть. Все. А? Все священы. Все. Именно все, которые веруют в Бога, которые приняли святое крещение. И написано, и вы у меня, Господь, говорит, народ святой, народ еврейский, который останется в пустыне лежать. На 600 человек только двое. Но они святые. А если согрешает, согрешает, он выпал из корабля. Потому он оглашенный за бортом находится. Томас, везде они. Кто какой послал сегодня. Вот. Немножко сказать о бороде хотел. Новый довод. Смотрите. Слово. Обесчещен. Вот я раньше-то ничего этого не знал, слова, а честная девушка, мы понимали о том, что она никого не знает. Она сохранила девственность. Правильно понимали? Правильно. А она была обесчещена. О ком говорится? Дочери Иакова, Дина. Она была любознательная, пошла там где-то на дискотеку, видно, и княжеский сын ее захватил, а мобильный-то дома забыла, не позвонила, и братья не знали, что с ней случилось. А дальше решили загладить, уже дальше можно это. Пришли свататься. И они сказали, мы даем только за обрезанных.
И что интересно, весь город обрезался. А это обрезание, это не крещение, это болезненное. И они выбрали момент, когда на другой день было. Взяли ножи, мечи, пистолеты, свои автоматы и пошли, весь город уничтожили. И Яков сразу тронулся своим станом и пошел, узнает, народу убьют его. Да вы что ж наделали-то? Гнев их не оправдан. Но она была обесчещена. С этим согласимся? Да. Дальше. В Новом Завете, если тоже случилось, 2000 лет назад, по сегодняшний день, ну, не дай Бог, чтобы с кем-то из наших было, и все-таки случилось такое. Она обесчещена или нет? Да. Она была девушка. Если она не девушка, то тоже, видимо, какое-то наказание несли. Она не кричала, и написано «предать смерти обоих». Это просто обесчещена. И в Новом Завете переходит, почему? Относительно плоти, внешнего вида, Господь ни слова нигде не сказал. А теперь старается, похоже, быть на женщину, бреется до Папы Римского. Обесчещены или нет? Написано, очень обесчещены слуги царя Давида, когда пришли выразить соболезнования, что на умер Амнон. Но ему сказали, это шпионы. И он взял половину одежды, обрезал, половину бороды обрил. И он их не запустил, Давид, домой, а сказал, идите в Иерихон, город проклятия. И сидите, пока бороды не отрастут. Я думаю, тут они мерили каждый день, смотрели, ровно или неровно. С той стороной, которая не обрита. Очень обесчещены. Поэтому очень обесчещены, если было в Ветхом Завете, никто не отменял этого. Так что бродобрисы, эти скоблежники, это очень самообесчещенные люди. То есть есть убийство, есть самоубийство. Я услышал рассуждение, и как-то мысль туда подвигнулась. Так. Вы помните, мне предупреждение здесь было, или предупреждение, или уведомление, что я кормлю собак, прикармливаю. Да. Сестра Галина приносила там отходы разные. И они тут, собаки, обойдут, щеколды постукают, они со всех сторон бегут. Мы сказали, тут и дети приходят. И... Ну, я стал ходить туда, они в речной порт. И больше здесь я не кормил. Сказали, я сразу отошел. И вы помните это? Помню. Ну, теперь, я иногда ходил туда. Что-то у меня накопится где-то, рыбешка там, я обязательно пойду. А они ласковые такие. Ну и сейчас я приехал, взял с собой кормежку и туда пошел. Посвистел. Нету. Покричал, нету. Выходит сторож. Я говорю, где собаку? Собаки. А их отравили. Дог-хантеры. Отравили собак. Двое были отравлены, а их сын, ну, маленький кобелишка, который был там, он в тенечек залез, а эта подвижная приезжает машина с бетоном, там стройка идет. И она сдала назад, его задавила. И никого у них нету. Ну, поговорили и прочее. В июле месяце кто тут трудился по отравлению собак? Другие, наверное, откуда пришли. Ну, в общем-то, да, не привязанные, они и погибают. И все равно жалко, я с ними знаком был. И они где бы меня не увидели. Увидели, я кричу, возвратитесь домой, нет. Я пошел по Ленинскому, но идут. А я в этот день в КГБ пошел, в ФСБ. И они туда. Но я перед ними двери закрыл, они перед калиткой сели. Я теперь оттуда смотрю, сидят. А теперь эти работники приходят. Не пройти. Ну, потихоньку там заходят, они никого не трогают. Они ждали, пока я выйду там из ФСБ. Да насколько благодарная. Лучше, я не злобная. Ну, как и нас чужаков. Так, вот это последнее, что у нас тут за неделю было. Еще скажу маленько. Маленькое чудо у меня дома было. У меня кошки, и одна такая палевого цвета, я заупаля. Но она очень бойкая была. Они когда разыгрались, и она на третий этаж, и, видимо, ноги-то подкользнулись или зацепилась там, она, по всей вероятности, ударилась головой. И она почти при смерти была. Царство небесное. Анастасия Дробот приезжала, а она с кем она была тут? Синапой. Синапой. Уколы делали, потом мы отдельно делали. У нее маленькая головка вот так вот. Ну, все выздоровело. Мало того выздоровело. Замуж вышла. Да мало того, из роддома вернулась, 4 ребенка несет. 4 котенка. Одного ей оставили. И ребенок этот растет, но не вылазит. И вдруг я стал замечать, он не реагирует ни на что, он слепой. Глаза открыты. Ну, никуда идет, ткнется где-то, на ощупь, не выходит, там у нее сидит. Но ему еще 2 месяцев нету. Но каждый день святая вода, Володя его держит, чтобы голова была кверху, а я ему крестным знаменем водой промываю где-то. И сейчас видно, он видит. У него зрачок появился, а у него просто сплошное было, зрачка как будто не было. Дерьмо. Каждый день я его святой водой промываю и молюсь.
до комнаты. Где я не иду, он за мной, чтобы на руках у меня побыть. Играть начинает с матерью-то. Ну, она еще подомнет его. Принес там своих, у Надежды Васильевны, там, с этой, с Буской два. Да ты там вот так, говорю, ты все у нее. И книги, и шторки, все. Это вот, да. Я тоже считаю, милость Божия, что Господь, ну, учит. Так, теперь, как только мне приходит, вот смотри, теперь меня касается. Приходит, постоял человек рядом и ушел. А я был у вас. А как ты был? Я же дома был. Ну, я стучал или нет? А где стучал? Стучал с крыльца, дверь сеночная. Да там же стенки, ну мог ты за скобку там взять, там скобка есть, ты знаешь, скобка такая вот, вот так вот к двери приварена. Открыл бы, а дальше называется сень, ты зашел бы там, ну дверь-то не закрываешь, чтобы видно было-то. И скобку стучать надо, она обита материей, а ты стучал, ну вот, что там слышно-то? Ну а если, уже что-то слышно. Вот, я говорю, а там палочка лежит рядом, и ты постучал бы. Вот это называется палочка, вот это скобка, я учу как. И, а в другом конце, а я на кухне не слышу. Ни разу не было, чтобы я не слышал, как Владимир приходит. Ну, что скажем, почаще надо ходить, короче, к духовным наставникам и братьям. Так, вот почаще. Я написал про Ленина, тогда было, стоит памятник, свой рот ощерив, помету птиц подставив голый череп, вождь атеистов, сонмище Иуд. Следователь написал, памятники нужно чаще мыть. Вывод. Так. Теперь, когда ко мне приходите, стучите, и второе, когда звоните, мобильный, они, алло, алло, на меня нападок, знаете сколько? Я в черный список занес уже 6500. До утра иногда, ну, подряд, через минуту опять звонит. Благодетели. Материться начинает человек, богохульствует, и поэтому я не отвечаю. Ты если зашел, сразу говори, назвал, ну, а говорит... Игнатий Лапкин. Я хотел вам сказать, друзья никогда не говорят Игнатий Лапкин, в первую очередь, потому что и так и понятно. И сразу я оттуда-то, сестра такая-то, с Казахстана, Хапирина Валентина, мне нужны книги. Ничего не говорят. Маленько погодя, а я слышу. У меня открыто, а я молчу. И слышу, они там разговаривают, не отвечают. Женский голос. Теперь другой телефон. То есть они все испробовали. Поэтому вчера одна зашла и сразу, так, я звоню с Краснодара. Так, такое, я вам летом звонила, меня звать вон там Людмила Александровна. Новый Завет мы говорили. Вы сказали, приедете 10 октября. А мне теперь это неудобно, что я молчал. Нет, я все равно телефон закрыл, думаю, если я ей нужен. Маленько погодя, она звонит на стационар. Теперь уже договорились и дал адрес, теперь уже пошли книги. Вы когда звоните, говорите, кто ты, из какой области. Что ты хотел, чтобы я понял, что это наш человек? Если я им не отвечаю, они дальше никак. 3-4 раза позвонили, успокоились. А так они непрерывно... Так, в прошлый раз было такое, когда я сказал, что как маленький фонд образован для детей, дроба для детей. И какие у нас предохранительные меры, что Галина Александровна, Виктор Андреевич, там батюшка благословляет, я советник как с Виктором. И потом мы объявляем сей общину, видишь, если кто-то давал, что-то есть. Подошел человек и говорит, вот хорошее дело делаете-то, а они деньги-то как попало тратят. Деньги-то как попало тратят. Ну, он не знал чего-то. Не знал чего-то. Он не со зла сказал. Я понял, насколько человек внимательный и ценит. Я говорю, когда потребуется, когда они будут. Сейчас они получают, как это называют, пенсион какой-то или еще такой. Сколько они? 1000 по 7 получают? 8? 8 тысяч. Ну, умножить на 4. Это вообще замечательно. Не каждый отец получает, когда у меня 7 детей на работе столько. И я пояснил, что у нас контроль. Я подошел сразу к Гале и сказал, такое можно. Она говорит, никогда. Никогда. Вы держите тоже на контроле, время от времени спрашивайте, а вы, дроботы, имейте это в виду, учитесь экономить. Чтобы не говорили, что вы научились тратить деньги, потому что собирают для вас. Ты меня понял? Это мы делаем по любви к вам. Они соблазнялись, что вот так увидят у них что-то и думают, что это они потратили. Им вот подарили тогда планшет. Уже столько соблазнившись, сразу начали шушукаться что-то. Да им тетя из Казахстана подарила для работы. А уже думают, что это вот они там какие-то деньги потратили. Вы не соблазняетесь, когда что-то видите. Начинают уже осуждать там что-то и так далее. Подозревать кого-то, какие деньги. Вы сначала или узнаете, или лучше вообще не соблазнять. Сегодня сказали, за собой больше смотрите.
Понятно. Они пред Богом не слушают. Я еще раз спрашиваю. Инак, это нет, вы ей скажите. Чтобы ничто у вас не пропадало, потому что мы стараемся вам дать муку, там разные продукты, чтобы ничто мышами не было погублено. Я бы дал сахар, но у меня нет уверенности, что он не пойдет на другое дело. Если я дам, чтобы твердое слово было, у вас ягоды, и сразу же употребите. Или спрячете этот сахар где-то. Ты меня понял? Я не говорю, чего куда может пойти. Ну, килограмма два, три тайны. Да, помаленьку давайте. Мешок-то не надо. Чуть, вот так. Маленький. А мешочек маленький. Так, все у меня. Спасибо, Христос. Слава Христу. Еще у кого есть слово? Кто не высказался? Да, брат. Я тоже по поводу видео. У меня тоже свой аккаунт и на Ютубе. Мне вышло предупреждение. Ролик, где я жестко дрессировал собаку. Я сам его снял, сам его выставил и как бы, ну, думал, что будут нападки за жестокое обращение с животными. Но этот ролик полезен тем, который бы, посмотрев его, я там этого ничего не объясняю, как бы, которые могли бы запущенных собак такими методами опять бы приводить к жизни. Ну, вот как вот урагана, например, или взрослых собак. Не щенков, со щенками не нужно этого делать. Это нужно вот с непокоривыми, как их правильно укрощать. Ну, брат тоже знает, когда вот уже собака такая запущена, как бы, ну, при болевых воздействиях полезно это людям. Я это на свой страх риск выставил, и мне выставили предупреждение, что этот ролик удалили, и что еще такое повторится. Ну, я потом начал разбираться. И через 3 месяца бесследно исчез. Да, да, а у меня роликов-то много, и подписчиков много. Ну, столько работы-то я тоже. Оказывается, что не за жестокое обращение с животными нападки, а за мошенничество. Я подал апелляцию, они пересмотрели, никакого мошенничества нету, и восстановили этот ролик. Сегодня. Поэтому сняли предупреждение, и я, в общем, перед ними чистый. Никакого вины вообще во мне нету. То есть это была ложная кляуза. Ну, так вот специально жалуются пакостники, скорее всего, конкуренты. Да, понятно. Вот. Понятно. И, я хочу сказать, что в Ютубе, ну, конечно, представьте, у нас 12 940 роликов. Какой огромный труд положенный здесь. Ежедневно я минимум 4 часа отдаю. Ответить на вопросы и прочее. Очень серьезно смотрят. 2 предупреждения, если они... Предупреждение полностью аннулируется через 3 месяца. И вдруг предупреждение... Что я чужой ролик, а там монетизация идет. Они там с этого снимают, а что-то отдают. Я ни копейки не имел, и даже не знаю, что это и как. Ролик такой. В университете идут занятия, и Иван Суворов приезжал и снимал. А претензии предъявил человек с Украины. Даже назвать не хочу, чтобы худо не было. Только скажу, что Сергей звать. Ну, ролик закрыли. Закрыли-то закрыли, у меня же архив. Архив посмотрел, значит, я захожу, поем «Царю Небесный», дальше идут занятия. Как человек с Украины мог быть тут? Никак. Я, значит, узнаю тогда его, и на него выхожу, и начинаю говорить. Это неправда, вы Бога не боитесь. Это не соответствует. Аудитория мне это дана университетом. Люди пришли по объявлению. Программа наша здесь. Как вы-то там могли здесь быть-то? Ну, видите, Сидор Пелосиот об этом говорит. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Только так можно понять. Ну, и он снял претензии, и все восстановили. А говорят, это техника делает, никто там вами заниматься не будет. Да, у меня будет. Было там предупреждение, когда-то раньше там, я не стал даже. И все, через 3 месяца сошло, нигде нету. Надо быть внимательным. Естественно, что второй раз я не буду. Я снял, как колют скотину, приехали. Вот ее привязали, подходит к ней. Это можно. Пасется скотина, можно. Дальше. Они ее разделают, снимают шкуру, это можно. Момент расставания с жизнью животным нельзя. Меня спрашивают, а для чего вы поставили ролик? Ну, в первую очередь, я мясо не ем. И мне всегда жалко их. Слово сказать, к Любе я пришел и как-то покаялся. Люба, я... ваших гусей подбивал на авантюру. Как? Я говорю, гуси, они такие умные, вам голову все поотрубят. Да хоть летят, когда дикие, это вы сейчас сбросьте лишнее-то вес-то. Отправляйтесь туда. Я говорю, Люба, она смеется. Я провоцировал твоих гусей, чтобы... Ну, жалко, у батюшки овечек колят, батюшка, да отпусти ты их, да волки сидят. Ты же это не видишь, мне всех жалко. И для этого я показал, как
Вводят его, Андрея, бычка привязывают, и как колят. И вот этот момент колят, я не увидел, что они мне предлагали только одно. Доступ ограничен. А я этого не видел. Мы еще все не послали. Это. Больше не было. Значит, отсюда вывод. Но я-то вывод должен сделать. Почему? Момент расставания с жизнью. Я говорю, а как же так? В интернете показывают, вот они там французы были, вот они режут головы, им, вот русские в Чечне попали, прям запрокидывают голову, там видно, такие здоровые ребята отрезают, голова там, ну, и он все еще лежит, хрипит, воздуху-то некуда идти, и все перерезано. И это все в интернете. Блуд творят, там не выскажешь сколько, там 80% может быть блудодейство все это идут, и ничего. А почему? У вас слишком много врагов, они выискивают все это. А так бы никто и не знал, там, что я закололи там скотину. Скотину, а ролик называется так. «И тварь покорилась суете недобровольно». Римлянам 8 глава. Я к тому сказал, что... А дальше комментирую. И так будет не всегда. Все вернется в райское состояние. То есть меня вообще ни в чем нельзя было обвинить. Но, однако, вот такая ситуация. По сегодняшний день еще... Видимо, не послали. Но это недавно было. 21 числа. Работай. Конечно, мне это зачем? Там ничего нету. Совершенно ничего нету. Помолитесь, то сохранил Господь. Вот Игнат Тихонович говорил о прямой трансляции, что это там опасно и все. И вот мы с Виталием Калиниковым тоже начинаем там работать, то есть создать параллельный аккаунт, чтобы если что-то там уже возникло, чтобы не весь заблокировали. Не все ролики, а ну вот как начинающий только по параллельный. Понимаете, о чем я говорю? Но надо, для этого нужен скоростной интернет. И вот человек посмотрел ролик об этом и уже мне пишет, говорит, я готов оплачивать мне скоростной интернет, чтобы были прямые трансляции. И это же человек, когда вот мне камеру разбили на вот с братом мы ходили, это же человек тоже откликнулся. То есть, ну, 5000 мне перечислил, то есть помолитесь о нем. Как зовут, спрашивается? Можно еще тогда я скажу. Тут еще такое дело, что-то говорили про Барнаул. На, знаете, в Барнауле такое громкое дело. И даже объявляли, ну, везде по телевидению, там, в новостях. В общем, как бы в одном детском саду называется Бэби Хайп. Как-то так, Бэби Хайп. Там обижали детей. Ну и показывают видео. Я думал, там сейчас покажут, она его с ноги там в голову бьет или что. Ничего нету. Но берет пацаненка, тащит его и в комнату. Но они безобразники просто. Детский сад, они как себя ведут-то, дети. И по-натуральному хотят в тюрьму садить вот этих воспитателей. Посадили. Представляете? И то есть, где там правду найти? Называется издевательство, но ничего. Они их там в темную комнату детей садят. Ну, дети боятся, конечно, там... Туда. Ну это они не знают просто, что делать уже с этими детьми. Дети Бога не знают. Родители, посмотрите, какие родители. Они уже в жиру катаются уже с 20 лет. И таких же точно своих детей выращивают. А потом попробуйте с ними позанимайся. Вот у нас сестра Анна, она ушла из школы из-за того, что у нее нервные срывы начались. Она не могла с ними сладить, с этими детьми. Ей надо преподавать точную науку, а они... не знают, как сидеть даже нормально. Наши-то дети прочитают тут же. Вот сегодня прочитал, говорю, повторите, прочитал только что. Они сидят, глазами хлопают у меня. То ли издеваются, то ли не понимают. Я начинаю с ними беседу туда-сюда. Я смотрю, они не понимают, они меня не услышали, что я прочитал. Им по барабану, что я сижу тут с ними разговариваю. Они равнодушные. Я им говорю, вы равнодушные, как Гитлер. Зашел... И смотрел и такой, знаете, я хотел сказать, а там они все там пиво пьют, что-то там туда-сюда. И он как закричал, меня кто-нибудь слышит? Или вы все здесь равнодушные к своему отечеству? А раз такие сразу уже, ну это кто такой? Вот только криком что-то можно, каким-то вот таким необычайным явлением преподать что-то. Никто, почему? Жиром все заплыло. Не смотрите на меня. А то я начну показывать, что я не жирный. А вот жиром заплыло само сердце, сознание. Спрашиваю, кто последний раз подошел к маме и к папе и сказал, мамочка, я тебя люблю. Одна нашлась только душа. Я говорю, сегодня же, чтобы каждый подошел и поцеловали родителей своих, что они вам дали жизнь и веру. Веру показали, что есть вера. Вы, говорю, все тут неверующие сидите передо мной. Я говорю, когда...
Когда я скажу, ты верующий, вот тогда ты обрадуйся, ты верующий. Я говорю, я могу, как верующий человек, тебе сказать, что ты не верующий. Да ребятам говорю, пацанятам. Да вот есть. Мамочек нет. Кто? Мамочки тут есть, все есть, кому надо. Он пускай в камеру смотрит. Не пусть Надежда Васильевна ведет, раз у тебя раздражение такое на них. Пусть она ведет спокойно, читает с ними. Зачем так? Я что-то не понял, кто кричит? Ну ты говоришь, что орать на них, как Гитлер, что ли? Орать? Или что? Ты сейчас только что сказал. Не, я говорю, да, ну что, теперь на них орать, что ли, надо? Нет, Игорь, нельзя же так. Есть такие учителя, которые равнодушны. Которые дети, учителям равнодушны. Короче, Надя, они не так успокойся, не никто на твоих детишек не орал. Никто на них протест, не орал, никто. Протест у вас вечно. Это протест, и потом тебе же по башке вот такой какой-нибудь один и даст с ноги прямо ночью. Узнаешь, что это. Просто дети не воспринимают, не так тебя воспринимают. Вадим, да, не так воспринимают, не так. У нас в школе было. Вадим, не в этом дело все. Учителя по-другому, а другому. Вадим, не в этом дело. Ты должен быть неравнодушен. Ты должен быть неравнодушен. В этом. Не то, что. Значит, в чем-то ты. Ко мне претензии уже есть. Значит, в чем-то ты. Я сидел до конца, мне никто ничего не говорил. Я встал, начал говорить просто о том, что люди творят несправедливость. Возможно. И уже ко мне какие-то претензии тут стали. Не к тебе претензия. Просто есть такие дети, что есть люди, которые не могут донести то, что как-то люди, вы сами слышать. Не понимаете, что вы хотите от Можно себя. Можно сказать. Вот сегодня была притча о сеятеле. Кто внимательно читал толкование, не сеятель виноват, что семя не упало. Земля виновата. Дети виноваты, что они неверующие. И родители не виноваты. И Игорь, брат, не виноват. Он сеет. Никто не обвиняет. Да ты только что его обвинил, что есть такие люди, которые сеют, а оно не падает. Я требую. Нет, но они должны быть то, сё. Ты сей, ты говори. Нет, я требую, я не скажу, что. Только я не кричу. О, Христос не так сел. Только я не ору, не кричу, а часть не уверовала, а три части не уверовала. Вообще про другое сейчас. Сестра, вы вообще про другое говорите. Просто они не воспринимают этого человека так, как надо. Во-первых, по одному базар не устраивайте. Я не знаю, с чего начинать. Как Зубов встанет, начинаете какие-то... Что за претензии? Промолчите немножко, помолитесь Богу, да и все. Ну, на одного меня начинаете какие-то нападки. Игнатия Тихоновича в интернете шпарит, меня здесь по полной программе. Вы что, уже 22 года с вами? Немножко успокойтесь, а? Внутри себя. Шпарит вас. Так, повторим фразу за мной. Говорить по одному... Говорить по одному. А петь можем вместе. И, кстати, оставайтесь все, попоем. Так, подожди. Дальше. Мартин Лютер говорит, пишет папе, который гонит его. Папа, когда меня не будет, ты тогда поймешь, как тебе меня не хватает. Вот Игорь может сказать, когда его не будет, тогда вспомнит, скажет, как Игоря не хватает. Вы примите как есть, и не надо там вот загалдели, закричали, по делу сказал. И он не кричал. Потому что у меня все записано сегодня. Я сегодня записи вел здесь. Ну, по-другому может и никак. Он дал пример. Это фильм. Американцы поставили про Гитлера. Восхождение звезды или дьявола. Дьявол. Это действительно надо разбудить человека. Возвысь голос твой на вершинах гор. Да, луженая глотка, как мне пишут у Игоря. Но может нам как раз это и надо было. Аминь. Ну, спокойно выслушай. То, что он сказал, вы этому... Ну, примем, что семя, не знаем, какое маковое там семя или пшеница, но упало в наши уши. Ну дайте прорасти, прийти домой, помолись. Нет, мгновенно, три-три-три в ответ, а он старался-то по делу. В Потеряевке я был, машина уходит сюда. Я же говорил, никто не позвонил. Вот эти, которые сидят, наши девицы-красавицы. Где-то одного нет сегодня еще от Игоря Барабаша. Он говорил только одно, скажите родителям, чтобы детям сказали, чтобы они были здесь, не уходили. Вот тебе и все. А Господь будет судить намерение сердечное. А вы не так поняли. Один человек говорит, я отвечаю за свои слова, а не за интонацию, и как вы поняли. К слову сказать, это неприемлемо для нас человек, Ницше. Услышали? Дайте ответим. Не старайтесь скорее сказать. Это означает, дырявый сосуд, все проваливается. Ты не обдумал. Этим словам дай прорасти. А потом где-то отдельно подойти и скажи, не так надо было сказать. А тебе в ответ, а ты как сделал? Я по-другому не могу. У нас были люди, говорили, неправильно Потеряевку, экономику не знает. А мы этих людей это знаем, 27 лет у них ничего нету. А другие, которые так говорили, они потеряли все. Дети выросли неверующие и сами отсюда уехали. Даже за границу. Мамона все подавил. Батюшка говорит, не такой я. Я согласен. Ну где такой, я поеду опыта наберусь. А я не знаю. А почему ты равнял такой, не такой?
Вот и ответ. Можно? У меня летом аналогичная ситуация была. Вы сильно за детей-то так не кидайтесь. Никто их не убивает здесь. Стараемся до них Слово Божие донести. Игорь прав. Я точно так же вела занятия. Вот пока их по головке гладишь, все довольны, все счастливые. Только я сказала, замечание сделала, на меня одна мама налетела. Просто я думаю, как ей сказать, что дети у нее, а боги-то слушать не хотят, равнодушные. Она вперед меня уже напала, уже я еще ей думаю, только как донести, она уже летит, потому что дети нажаловались, не то сказала, не так сказала. Они действительно равнодушные, и слушать они не хотят, они на нас смотрят, на учителей. Вот знаете, как будто они уже там сидят, а мы вот там где-то там присмыкаемся, что-то от них хотим. И старшие тянут младших. Я только одной сказала, ты уже взрослая, тебе, говорю, не полезно, ты других соблазняешь. Ты, говорю, пила на клире, иди пой дальше на клир. Зачем ты вернулась, я говорю, на тебя маленькие смотрят. А она, я спрашиваю, они вот так вот отворачиваются, и эти к ним жмутся. И все, и у меня все упало, я занятия не могу вести. У меня такое вот опустошение, понимаете, вот из меня выжили все просто. Мне плакать хочется. А на меня еще нападают за то, что я, видите ли, сказала, я не могу. Не могу себя среди братьев, я не могу замечания детям сделать. А ты мне делай. Да я говорю, не успела до тебя дойти еще сделать-то тебе. Как ты уже меня опередила. Еще и поддерживает, и ты первый поддержал. Вот ты какая молодец, а я вот такая плохая. Вот сейчас ты это же самое получаешь. Это следствие твое, понимаешь? Потому что это вот ситуация, которая... Так, большое резюме. Лена, а я это просто так наставлю. А ты Лена, оставила. Ты молодец. А больше всего я обессилила, это неправильно. Надо брать пример, как Иоанн Златоуст говорит. Если даже неправильно сделал, человек пал, и тогда вставай. Так сказал, не так, не слушает. Ты будешь говорить, пророк Исаия про это говорит. Они будут бурным ветром против тебя идти, а я тебя сделаю скалой, они все разобьются. Если ты дело Божие, никогда рук не опускай. Слова эти верни назад себе. Никак. За тебя Господь, за тебя вся практика жизни, ибо она на Библии основана. Ты сказала правильно. Но вот это вот сразу, а я больше не буду, меня не слушают. Слушали. Они не запретили вести завет. Слушали меня, Господь говорит, будут слушать и вас. Гнали меня, будут гнать и вас. Христа тоже многие не слышали. Он говорил, а уши закрыты, слушай, говорит, и не слышат, смотрите и не видите. Так что пророк Исаия подсказал об этом. Успокойтесь и продолжайте так и делать. Еще кого-то поняла? Я же тебе рассказывал, что ты неправильно сделал. Да. Алексея Петровна. Да, я прошу ваших молитв за Инчуковских детей. У них, совершенно громче такое отношение. А внуках своих спрашивают, просят молиться. Никаких. Ты болела немножко. Да, немножко. Просит, а что, надо слушать всякое. А Инчука просит, а Вене. А всех, да? А всех надо детях молиться. Ну, а всех это 100%. Желательно, чтобы Василиса, конечно, была, она тоже в разряд подходит детей, но она не хочет. О моих детях тоже молитесь. Она встала, как дерево, и все. Смотрит ясными глазами. У Ефросинии на предстоящей неделе день рождения и день ангела. Молимся. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето в Богопознании. Да. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от распри, которые беззаконие, которые в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии.
Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Авва, Отче! Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Песнопение, трапеза и занятия. Помидоры, кому нужны спелые? Немножко хотя бы дать. Яблоки, это от Василия, для детей забирает нам побольше для Полины. Друг, это, Прося, вот яблоки. Так, кто хотел забрать, брат Сергей, забирай. Новый завет. Яблоки от Василия Черепанова.